В рамках празднования 200-летия со дня рождения классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева в Центральной библиотеке имени Юрия Гагарина состоялись большие тургеневские чтения. Для знакомства с романом «Отцы и дети» были приглашены студенты Новочебоксарского химико-механического техникума и всем известные в городе деятели культуры и искусства, общественные активисты. Дополнением литературного вечера стало музыкальное сопровождение, исполняемое преподавателем детской музыкальной школы города Татьяной Малеевой.